Почти 400 тысяч жителей Ярославской области живут в долг. Среднемесячный платеж по кредиту в регионе 13 тысяч рублей, а средняя сумма долга более 160 тысяч. С проблемами так называемого кредитного рабства в общественную палату обращаются все больше людей. Вопросы погашения займов обсуждали в ходе круглого стола. Здесь собрались специалисты из Центрального банка, полиции и представители общественных организаций, занимающиеся правовой защитой. В ходе обсуждений было предложено внести изменения в закон о потребительском кредите и направить предложение в Госдуму. Мы сегодня собрались для того, чтобы разработать несколько понятных механизмов и вынести их на федеральный уровень, чтобы обратиться в Государственную Думу с инициативой, соответственно, ограничить предельный процент роста, ограничить сумму этого микрозайма, чтобы человек, например, понимал, что максимум это будет 50 тысяч, а не эта сумма не выросла потом до миллиона рублей, а потом коллекторы к нему пришли.